Здравствуйте, дорогие мои зрители, дорогие мои почитатели, дорогие мои подписчики. Вас хоть и мало, но я вам очень рада, честно. И если можете, приглашайте своих друзей на мой канал. Мне очень хочется, чтобы меня уже в конце-то концов полюбили, честно. Ведь стараюсь я писать для вас все стихи, все фразы. И сейчас я хочу прочитать одно стихотворение, которое называется «Роман придуман мной». Начнем? Давайте. Давай поговорим, дела отсрочив. Не исчезай, как пьяненький в туман. Солнце день за днем в дожди уходит, а осень студит будущий роман. Впереди зима и стужа лютая, отношений, не начавшихся мороз, они, как призрак, зябко колобродят, а я тепла жду, счастье и любовь. Но дома только кошка ходит рядом, кровать пуста, остывшая стоит, горячий кофе в одну чашку льется, и подруге надоело, говорит, видеть одинокой королеву, обезоруженной, застывшую луной, и ноября плач по щекам лощеным хлещет, не щадя, терзаясь за окном. Любовь глубокую достать не в силах. Нет ничего, роман придуман мной. Одинокая она, постылая, убивает вязкой раной нулевой. Но ты слабак, тебе не кажется? Решительность сбежавшая, увы. Верни ее, ни с чем уже не вяжется твое молчание и ревности следы. Давай поговорим, дела отсрочив, не исчезай, как пьяненький в туман. Солнце день за днем в дожди уходит, а осень студит будущий роман. С вами была Даша Светлая и Светлана Мамедова в одном лице. Я люблю вас, а вы полюбите меня. И мы будем вместе изучать мое творчество. На этом я прощаюсь с вами. До скорых встреч. Пока-пока.